мы смогли проводить чемпионаты в дистанционном формате. И это очень здорово, потому что часть заданий мы перенесли таким образом, модули перенастроили таким образом, что участники дистанционно смогут выполнять эти задания, и мы сможем подключать спутники, собранные ребятами, к центру управления соревнованиями, практически к любому компьютеру в любой точке земного шара. Самое сложное в соревнованиях, наверное, это себя перебороть, волнение. Мне очень тяжело дается вот это волнение, но настраиваю себя на работу. Творческой назвать профессию фрезеровщик стакового ЧПУ, конечно же, можно. Потому что каждую деталь можно сделать по-своему. Каждый оператор или наладчик видит по-своему, как-то он может ее сделать. Особенно если наладчик, он пишет программу. Это как я художник, я так вижу. На данный момент у нас присутствуют две корпорации, это Ростех и Роскосмос. До этого они тренировались у нас на площадке перед Хайтеком. Также они обменивались опытом, какие-то позитивные эмоции друг от друга получали. Даже такой формат чемпионата с учетом пандемии лучше, чем вообще ничего.